Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube канал Тутси, и сегодня я хочу рассказать вам, как обрезать фотографию на смартфоне Android Tele 2 Maxi Plus и на некоторых других тоже. Прежде всего, заходим в нашу галерею и выбираем ту фотографию, которую мы хотим обрезать. Например, я хочу вот это обрезать. Для этого нажимаем сверху вот эти три точечки. В открывшемся окошке мы нажимаем слово «Кадрировать». У нас появилась сетка. Мы должны сдвинуть эту сетку ровно настолько, насколько хотим обрезать фотографию. Сдвигаем, сдвигаем. Можно также и сбоку сдвигать, если нужно. А затем, самое главное, нужно нажать слово «Сохранить», которое находится сверху слева. Нажали. Все, вот это обрезанная фотография. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте ссылки в описании в прикрепленный комментарий. У меня очень много полезных плейлистов, видео, связанных с лайфхаками, диетами и путешествиями. До свидания, удачи всем!